Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с моделью королевского тигра. И сегодня буду делать на него запыление, наносить запыление и наносить пигменты, если это понадобится. Буду использовать два вот таких эффекта. Эффект засохшей светлой грязи и эффект осенняя слякоть. Я их смешаю с White Spirit'ом, заправлю в аэрограф и попробую нанести с аэрографа небольшое запыление. Разводить буду жиденько. Хорошо размешал баночки. Кстати, хватает буквально немного потрясти, и очень хорошо все размешивается. Сейчас немножко капну светлого эффекта. И более темного. Вот так вот. Смотрим, что нечаянно пролилось. Хорошо перемешаем. Заправим в аэрограф и нанесем на модель. Залил в аэрограф. Сейчас попробуем нанести на днище танка.
Нанес аэрографом эффекты. Теперь взял пигмент «Пыль уличная» и потихоньку начинаю втирать ее в модель сверху. Очень хорошо растушевывается, наносится. Начал от светлого тона, потом перейду к более темному. Работая с жидкостью, потом прошелся еще кистью по тому, что нанес. Вот, сейчас подсохнет, посмотрим, что получилось. Может, надо будет еще пройтись кистью или white спиритом и подровнять подтеки. Ну, пигмент хорошо очень ложится, очень хорошо растирается и втирается кистью. Если хорошо видно, здесь я уже нанес. Сейчас начну наносить с этой стороны. Немножко припылим. Посмотрим. Теперь возьмем пигмент «Темная русская земля» и попробуем пройтись немножко ниже светлого, посмотреть, что получится. Теперь пройдем пигментами городские руины, немножко сверху.
и посмотрим, что получится. И сейчас попробуем пигмент коричневая русская земля. Так получилось. Потом посмотрим, если где-то что-то не понравится, попробуем подправить. А пока посмотрим, что у нас получилось с ходовой. Прошелся потом white спиритом сверху с аэрографа, что сильно пачкать не хочу тигр. Сейчас пройду пигментами.
используя фиксатор, попробую закрепить модель, попробую закрепить пигменты на модели. Больше всего, чем мне понравилась эта продукция, тем, что у нее очень приятный и хороший запах. Не напрягает, не раздражает. Очень понравилось. И как видите, вот по гусеничным лентам пигмент очень хорошо растирается и очень хорошо гармонирует друг с другом. Сейчас нанесем фиксер, пусть просохнет, посмотрим, что получилось. Просушим, посмотрим, что получится. Подсох пигмент. Так получился. Результат не очень, поэтому сейчас попробуем немножко сверху вниз пройти. Но фиксатор пигмент держит очень хорошо. Вот так. Пусть еще подсыхает. Посмотрим. Вот с этой стороны смыл пигмент White Spirit. И хочу с этой смыть. Как бы он не смывается, а равномерно его развожу по башне. Посмотрим, что получится после этого.
Пусть теперь подсыхает. Вот так получается. Ну вот, подсохли все пигменты. Кое-где мне не понравилось, как я нанес. Поэтому смывал White Spirit. White Spirit очень хорошо смывает все. Убрал лишнее, потом попробовал, нанес заново. Вот. В принципе, с пигментами работать понравилось. Если где-то что-то переборщил, не понравилось, сразу убрал их и все. Вот так вот башня получается. Стало мне жалко сильно загрязнять танк, и поэтому, так как модель мне очень нравится, я ее немножко отмыл и оставил отмытой. Сейчас эффектом ржавчина застарелая. Пройдемся. По выхлопным патрубкам. Сейчас пройдем застарелой ржавчиной, потом, когда подсохнет, нанесем разные пигменты, чтобы сделать ржавые переходы. Вот так получается. Теперь пусть подсохнет минут 5. И дальше посмотрим, что у нас получится. Подсохли выхлопные патрубки. Теперь попробуем подржавить. Ржавить буду пигмент ржавчина коричневая и хочу тоже испытать новый пигмент, старая ржавчина и пигмент светлая ржавчина фирмы МХП. Хаотично в разных местах наносим, сильно не втираем. Немножко нанесли коричневой ржавчины. Теперь немного нанесем старой ржавчины. Пигмент МХП емкость 25 мл. Примерно больше полбанки насыпано. Пигмент очень мелкий. И на баночках написано, не требует фиксации. Высокостойкий.
И нанесем теперь светлые ржавчины. Тоже фирмы МХП. Как видите, написано: высокодисперсный сверхстойкий пигмент, не требует фиксации. Вот, друзья, что получилось. Теперь пигменту дадим немножко постоять, где White Spirit, чтобы хорошо подсох. Вот так вот получились патрубки. Ну, после того, как все хорошо высохнет, посмотрим модель. Может быть, еще где-нибудь что добавлю, а может быть, где-то что-то еще и уберу, потому что я сказал ранее, что-то начал его сильно грязнить, а потом как-то стало его немного и жалко. Танк нравится, красивый, хорошо станет на полку, потому не для диорамы, а для полочки все-таки лучше оставить его немножко чистым. Ну, подсохнет, посмотрим. Потом пройду тоненьким слоем матового лака, чтобы пигмент, который на модели сидит, не стирался и не оставлял следы от пальцев. Ну и, может быть, еще немного поработаю с продукцией МИГ. Может, сделаю подтеки масла и какие-нибудь дождевые эффекты от дождя. На этом эту серию буду заканчивать. Смотрите, комментируйте, пишите, что вам нравится, что вам не понравилось. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!